Всем доброго времени суток, очередная бандероль с Китая, вот такая продолговатая упаковочка. Сейчас вскроем, посмотрим, что у нас здесь. Так, китайцы запаковали, так что... Так что невозможно распаковать. Главное не повредить то, что там внутри. Так, не могу распечатать. Даже не представляю, что здесь. Так. Здесь у нас вот такая расческа. Заказывала супруга. Это матерая расческа. Ну, без запахов каких-то. Жесткая вот эта штука, которую расчесывать. На ощупь приятная ручка. Здесь какие-то у нас надписи. Нанотехнологии. Ну, вот такая вот расческа. Стоимость ее вместе со скидками. $3 или $4. В общем, где-то так ориентировочно. Добиралась сюда 3 недели. Сайт Gearbest. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заказываю. На этом все. Всем спасибо, всем пока.